Если в спорте ты готов идти до конца, значит, ты выбрал путь профессионала. Готов отдавать уже детей в киберспорт? Ну, показать людям, что ограничений нет никаких. Люди в шахматы играют 40-50 лет. В чем проблема? Что, как, что? О чем вы? Я серьезно. Занятия волейболом, баскетболом и киберспортом в том числе. Я много лет работала над игромиром, и после такого масштаба кажется, что нет ничего невозможного. Классный кейс. Да, и команда с этим справилась. Ну, это было прям действительно война. Всегда тянитесь к знаниям, а наша программа вам в этом поможет.